Добрый день, вы на канале Модные практики. Напоминаем, что у нас видео выходит каждый день. Сегодня хочу вам сделать обзор вот такого чудесного платья из ткани Валентина. Прежде чем говорить о модели, технологии и форме платья, я хочу поговорить о ткани. Ткань очень сложная. 60% хлопка, 12% шелка. Остальное полиэстер. За счет вот этого натурального состава, что много, все-таки большой процент натуральной ткани, она сверху очень такая шелковистая. Такая шелковистая и очень приятная. И очень такая сложная по дизайну. Во-первых, сама она по себе вот такая пупырынчиками такими, вот не гладкая. Вот видите, вся такая не гладкая. На ней вот такие цветы люрексовые. Более голубые. Видите, какая изнанка? Вот этот люрекс вплетенный на лице только вот в этих вот цветах. Вот видите, да? Плюс прозрачные вот эти листики. Видите, какие прозрачные? Такая органза в виде тонкой сеточки. И плюс некоторые из листьев вот такие вот слегка помятые. Видите, да? Конечно, ткань у нас есть в интернет-магазине. Цена для такой ткани очень невысокая. Это вы обращайтесь к Александру, он вам объяснит. Смотрите, какое роскошное платье. Я думаю, что наша дама, которая у нас заказала это платье, будет, ну, на вечеринке иметь точно успех. Смотрите. Благодаря вот этому сложному дизайну, очень сложному дизайну, кокетки нельзя, драпировки нельзя. Ну, и мы обратились к тому, что ничего не будет лучше, как сделать вот такое очень простого силуэта платье. Две выточки, вот они, видите? Вот одна выточка и вот вторая выточка, да? Две выточки. Маленькое плечико мое любимое. Абсолютно очень элегантная линия выреза. Сзади, видите, какая линия выреза, да? Еще хочу сказать о проймах. Открытое плечико немножко, и вот эта линия сверху, она очень ровная. Хотя вот если сбоку смотреть, она круглая вот здесь пройма. Но сверху линия, видите, как построены? Ровная. За счет этого всего платье имеет вот такой элегантный вид. Сначала на макете делали раскрешение, ну и добились, чтобы эти фалды лежали вот так вот равномерно по всему платью. Ну а ткань сама по себе, она очень-очень-очень легкая, но в то же самое время за счет вот этого вот люрекса держит форму. Видите, оно с этой стороны все из люрекса, как бы больше люрекса. При такой невероятной легкости оно очень хорошо держит форму. И тончайшая шелковая подкладка из натурального шелка. Но я сейчас все сниму, вам покажу. Благодаря тому, что сама ткань не тяжелая, и подкладка вот такая вот шелковая, платье очень легкое. Хотя с виду оно не выглядит вот таким легким. Ну, посмотрите, как это все выглядит. Поясочек просто путем наложения вот так вот немножко иголочкой прихвачен. А здесь полностью вошел в этот, в шов притачивания молнии. А сейчас я сниму с манекена платье и на столике покажу вам, как оно устроено изнутри. Думаю, что многие из вас уже шьют платья-футляры по нашим курсам. И как бы очень многим вот такая модель доступна. Но я хочу еще раз показать, все-таки Маргариточка делала, это ценно. Смотрите, вот тут косая беечка по горловине, ростку и пройме. Ну, примерно 7-8 миллиметров шириной, уже вот такая в заутюженном виде. Пристрочена. Расстрочена, выметана наизнанку с маленьким-маленьким перекатом, 1-1,5 мм, вот здесь вот перекатик самой ткани внутрь. И вот эта вот сторона ручными стежочками пришита. Точно так же здесь. Как бы в такие платья, конечно, как бы не делаются обтачки из такой же ткани, потому что тут и люрекс,
она будет кусать нас там с изнанки, если будет эта ткань. Нужно вот избегать подобных обтачек, чтобы она где-то была к телу. Видите, как хорошо все. Вот наши выточки, окантованная линия талии и окантованная молния. Вот она с двух сторон окантована и по низу. Короче, платье от кутюр. Посмотрите, как сделана молния. Низ подкладки подшит московским швом. Низ платья подшит в потайную ручным стежком. Вот здесь. Вот смотрите, обычно у нас подкладка идет швами туда к ткани. Но когда ткань прозрачная или с эффектом прозрачности верхняя, тогда у нас на лицо идет подкладка, вот видите что, лицевой частью шва, а изнанка уходит внутрь. Но у нас-то здесь как бы вот сюда может шов высвечиваться. Видите, какие прозрачные моменты? Поэтому у нас здесь подкладка швами к телу. Это тоже такие секретики, которыми мы делимся с вами. Я, конечно, извиняюсь, что сегодня у меня нет голоса, но дело в том, что я чуть-чуть простыла, но не могу сидеть дома, там лежать, лечиться и все остальное прочее. Я пришла на работу, что-то снимаю, а платье заберут, а снимать надо, мы так его вам не показали бы. Поэтому с голосом, без голоса, но тем не менее платье вам показала. Очень много сейчас поступает вопросов, как шить праздничные платья. Так же, как и каждодневные, точно так же. Что здесь особенного в пошиве? Ничего. Но человек пойдет на корпоратив и будет очень выглядеть хорошо. Тем более встало оно ему не так дорого, как могло бы встать на самом деле. Потому что можно пойти купить вообще что-нибудь. Там за 20 тысяч какое-нибудь платье, которое просто никуда не годится. А это все-таки такая красота. Такое изящество, такое вот. Поэтому подбирайте ткани сами себе и пытайтесь сами сделать. Это не значит, что вы сделаете хуже, чем вы купите готовое. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, делитесь нашими видео. Надеюсь, что у всех наших подписчиков с каждым днем все время будет больше и больше и больше платьев. Всего хорошего. С вами была я, Паукштрин Михайловна, и вся наша команда.